Вот в Италии продаются вот такие фрукты и овощи. Можно купить все по евро. Разные фрукты, разные овощи. Вот мы идем по дороге. В дальнейшем. Тут такие закоулочки разные. Классные. Вот на мотоциклах ездят все. Почти вот. Вот везде. Тут склисты. Везде. Очень красиво. Велосипеды. Вот и больница синенькая. Почти дошла. Вот автобусы. Не знаю, что за автобус такой. Интересно, такие цвета. Это вообще жесть, когда видно мужик. Тут какой-то парк. Вот больница. Я почти дошла. Красиво, все зеленое, все классное. Для туристов это супер. Но если живешь здесь, здесь очень-очень. Слышите, птички поют так красиво. Очень красиво, очень классно все. А тот, кто живет, может быть для них. Вот. Все мотоциклы. Все. Там есть даже парковка специально для мотоциклистов. Вот олеандра. И белая, и розовая. Тут растет. Ей нравится. Вот она, розовая. Вот белая. Есть и красная. И такая розовая. Она тут растет. Как будто специально ее так посадили. Для того, чтобы огородить. Красиво, классно. Всем пока!